Хотел бы с благодарностью и признанием отметить, что в Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников. Памятник – это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. Но так как это сделали вы сегодня, спасибо. Эн шум пшарот עם משטרי קנאות שאוחזים באידיאולוגיה רצחנית. חייבים לעצור אותם בזמן. חייבים לבלום בתקיפות את הסכנה שנובעת מהם. אבל בניגוד למה שהיה בשואה, לנו, העם היהודי, יש כיום מדינה. מדינה חזקה ומתקדמת. Вам, дорогие друзья, наша солдатская благодарность. מר מיכאל מירי לשבילי, נשיא קרן הצדקה רנובה, מר ויקטור וקסלברג, נשיא הקונגרס היהודי רוסי, מר יורי קאנר. Дамы и господа, я имею честь пригласить партнеров, принимавших участие в создании монумента, открыть мемориальную плиту, на которой написана история блокады. Прошу приветствовать председателя Еврейского национального фонда Керен Каямет ле Исраэль, бывший депутат Кнессета господин Даниэль Атар, президент Евразиатского еврейского конгресса и фонда Керен Айесод в Евразии доктор Михаил Мирилашвили. Уважаемые господа, мы просим открыть мемориальную плиту. Уважаемый президент России Владимир Владимирович, мы просим вас открыть мемориал. בירושלים, שבעצמה ידעה תקופות של מצור, הנצחנו היום את זכרם של מפקדי וחיילי הצבא האדום ולצידם האזרחים, גברים, נשים וטף, שלא שרדו את המערכה הכבדה. קרן קיימת לישראל נרתמה ללא היסוס ליוזמת הקונגרס היהודי האירו-אסיאתי, יחד עם הרשות לפיתוח ירושלים ושותפים נוספים, כדי לממן ולהקים את הגלעד החשוב שבחזיתו האחת סמל העיר סנט פטרסבורג, ובשנייה סמלה של מדינת ישראל. Я приветствую дорогих ветеранов, потому что то, что сегодня происходит, то, что мы сегодня с вами отмечаем, живем, радуемся, дышим, это благодаря вам, дорогие ветераны. То, что мы сделали для вас, это, ну, ничего, мы сделали какой-то проект важный, хороший, но для вас, то, что, по сравнению с тем, что вы заслуживаете, это ничто. Это ничто. Мы перед вами в неоплатном долгу. Великая честь участвовать в открытии монумента героям блокадного Ленинграда на нашей земле, в Иерусалиме, для меня неописуемо важна. ואכן זכינו להקים את האנדרטה הזו בזכות מספר נדבנים שהתכנסו להם יחד תחת הכנפיים של קרן הקיימת, אבל מיכאל מירלשווילי, תודה רבה לך על כל מה שעשית בנושא הזה. אין ספק שהיית המנוע מאחורי העניין הזה. Я надеюсь, что все, кто были вместе с нами на этапах строительства памятника, продолжат в этой программе принимать участие. После тех чудес, которые мы видели сегодня, мы уже готовы идти на встречу Машиаха, видеть уже большое чудо для всего еврейского народа и для всего мира. Праздником Мазал Тов, Хаг Самеах! Поем все вместе! Дорогой, длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит свинья.
да с той старинною, да с веструнною, чтоб по ночам так мучила меня. היה לנו אירוע היום, חשיפה למלחמה שהווטרנים עשו, ובזכותם, בזכות האנשים האלה, יש לנו את מדינת ישראל. והיום הוא נעם, נתן נאום חוצב להבות, שממש בכינו, מה שהוא סיפר על הווטרנים, על האנשים היקרים האלה, שעשו למען ולטובת מדינת ישראל.